Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Что можно сказать, АХ6 отличная машина на каждый день для тех, кто любит драйв. Очень радует качество отделки интерьера по сравнению с предыдущей моделью, меньше пластмассы, никаких хрустов в салоне, само собой, наверное, самый лучший инфотеймент на сегодняшний день. Никаких лагов, все работает, все удобно, навигация с онлайном, синхронизация с телефоном, все настройки сохраняются, профиль, несколько режимов подсветки салона, музыка Harman Kardon и многое другое. Из интересных вещей есть сетап, но я не использую его, так как пока что мне кажется, что он чуть-чуть мешает обзору, я, может, надо поездить и привыкнуть. Далее обогрев и обдув сидений. Очень много настроек, сначала не мог сесть удобно, болела поясница, но потом как-то сел и все, можно не вставать 1000 километров. Цифровая приборная панель прорисована здорово, разная графика в разных режимах, обычный режим тоже меняет цвет, в зависимости от того, если день или ночь. Фары, LED очень сильно светят, есть автомат, который сам включает дальний, светит по сторонам от ЭД, я все еще удивляюсь, как он так четко работает. Звук мотора не тракторный, а вполне себе спортивный, коробка отличная, очень быстро переключает, в спорте даже есть намек на пинок, пока что мануал не пробовал, не было надобности. Круиз – один из самых адекватных адаптивных круизов, что я пробовал. Никаких резких торможений в поворотах, если кто-то перестроился вдали, все плавно. Расход до 10 литров, в зависимости от стиля езды, конечно. Очень нравится маневренность и чувство, что едешь в спорткаре, а не в джипе. По музыке, даже не знаю, всегда хотел Harman, когда искал Ешки, никогда его не было, всегда жалела и с завистью смотрел на Мерси данную опцию. Но теперь, слушая его каждый день, понимаю, лучше Bowers & Wilkins в JAPEX Far музыки я пока не слышал. Ну и Meridian Varal Velar очень достойный. Надо послушать Bio в Audi и Burmistier VD в Мерсах, так что вроде бы в BMW все окей, все отлично слышно, чистые высокие, хотя чего-то мне не хватает и много низов, но не очень четкие. Скорее тяжелый глубокий гул, чем чистый бас. Долго слушать громко не получается. Не знаю, вроде окей, но не хай-эн. Двигатель 3.0 дизельный 313 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, полный привод, машина 2016 года выпуска.